В Якутске прошел первый в этом учебном году турнир по стрельбе из лука среди детей. Этот вид спорта является одним из самых популярных в мире, Якутия не исключение. В турнире приняло участие около 100 детей из разных уголков республики. По словам организаторов, отличились дети из Горного и Татинского районов, а также города Якутска. Добавим, что это первый турнир, проведенный на призы женщин-ветеранов этого вида спорта, а сами соревнования посвятили Дню матери. Это первый турнир, его основали женщины-ветераны лучного спорта. Он не был включен в календарь, но по собственной инициативе и при помощи Федерации стрельбы из лука этот турнир у нас сегодня состоялся.